В Энгельсе в полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила, что забыла кошелек, в котором было 13 тысяч, на кассе в сетевом магазине. Когда обнаружила пропажу и вернулась, кошелька на месте уже не было. Опросив очевидцев и изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 49-летняя покровчанка без криминального прошлого, но с перспективой судимости в будущем. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напоминаем, в случае обнаружения любой вещи, владельцем которой является другой человек, самый правильный шаг – это сообщить о находке по каналу связи 02. Если вещь найдена в помещении или в транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если вы не сообщили в полицию о своей находке, а решили использовать ее в личных целях, то ваши действия формально содержат состав преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть кража. Андрей Багаев, Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.